Начало опять с машины. Всем огромный привет. Мы сегодня едем за покупками. Надо кое-что купить Антону. Вот, Максимир, Кирюшка там сзади. Привет. Да, привет. И хочу, девочки, еще съездить в магазин. Я как-то давно видела одно зеркало, которое именно на стол, чтобы поставить и красить. Потому что, допустим, глаза я не могу красить, вот, чтобы на расстоянии. Мне надо, чтобы у меня вот так вот было перед глазами. И не могу найти зеркало, которое хотела. Надеюсь, что оно там есть. Я хочу такое зеркало, которое на ножке прям высокой. Вот. Хоть, конечно, у меня есть большое зеркало, но не могу. И каждый раз приходится брать вот это зеркало отдельно. Короче, хочу сделать красиво. И уже потом обратно вернемся. Вот Максимир, наш любимый Максимир. Все одно и то же. У нас немножко так похолодало. Сегодня в ночь обещают дожди. Не знаю, насколько правильно, правда будет или нет. И, кстати, у меня что-то в последние дни, не знаю, будет заметно вам или нет. Не вижу сама на камере. У меня прям тянет красить нижнюю слизистую и нижнее вот это вот подчеркивать веки, именно керпнуть этот цвет. Почему? Наверное, весна и лето на меня действует так. Хоть и продуктовый рынок, но мы не за продуктами. Здесь есть отдел. Мы в прошлый раз приходили. Это сад и огород. Дом и сад, вернее. И здесь как раз таки я видела зеркало, которое я хочу. Будем надеяться, что оно есть. Только вот такое. Я такое не хочу. Было на белой подставке. Здесь круглое. Без вот этих вот. Короче, не то. Что-то прям шатается как-то. Такое я не хочу. Короче, зря приехали. Купила не то, что хотела. Кури вкусняхи Кириллу. Изюм в шоколаде. Мармелад в шоколаде. Или просто мармеладка. Вот это просто шоколад, а это миндаль. Здесь выбора просто уйма. Не сдержалась. Мы уже приехали. Тихо, Максимир. Балуется. Вот любит эскалатор. Даже ждать не стали, понимаете, да? Они уже, вот пока я расплачивалась, они уже его вскрыли. А до дома нельзя было подождать, Кирюш? Ну ты не пуляй только, а то потеряешь пульку. А как пулять здесь? А я, это я не знаю. Какая зона, фотозона классная, смотрите. Ой, супер. Нас Кирилл фотографировал. А слушай, это нормально у него все получилось. Ну вот, ладно, косяк. Ну, есть фотки нормальные. Молодец. Да все, мы вон твое забирай. Вон оно все. Прям классно сделали. Идем, у нас здесь есть акула. И напротив Глория джинс. Вот. Сначала зайдем в акулу. Кирюхе надо олимпийку такую на молнии. Какие-нибудь новые штаны. Но что-то хочется интересненькое. Что-то... Ничего не вижу, интересно. Тут совсем скучненько. Совсем не то. Куртки. Кирюша, пожалуйста, тихо. Бум-бум. Ничего. Ну, совсем теплое, наверное. Да, у нас ночуется. Не пойдет. Не пойдет. Все теплое. Теплое. Это вот ничего интересного. Что это такое? Это тоже теплое. Да. Ничего интересного. Играется папа с ребенком. Мальчики, пошлите. Пойдемте напротив. Глория джинс. Единственное, что здесь есть, это вот этот вот вариант с листочками. Что-то вообще какой-то это бум на это, что ли, потому что и рубашка, и штаны. В листочек. Не хотите, Антош? Нет. Пошли в Глорию. Прикольные шорты. Джинсовые. Что у него джинсы-то есть на лето? Тоже классные. Вот еще майки разные. Мы, кстати, в детском мире купили ему майку. О! Вот, смотри, джинсовка как классно. Вот классно, да? Мама. Тебе нравится? Антош, смотри. Смотрите. Нравится тебе джинсовка? Смотрите. Да видели мы уже три раза, показываешь. Есть серая,
а есть голубенькая. Ну, померь, да? Сейчас померим. Главное, чтобы размер был 116, 104, о, 122. Ну, ладно, возьмем вот так, 116 и 122. И надо что-то подобрать к этому добру. Так, Кирюшка, а вот же, ну блин, не нравятся тебе такие штаны? А? Ну, где они? Не может что-то подобрать? Ну, не обязательно прямо, чтобы коп, хотя да. Кирюша, иди сюда, или джинсы серые. А? Что ты там нашел? Идем. Они легенькие, да? Да? Но опять же, они голубые. Ой, ну классные, слушай. Ну, мне серые штаны нравятся. Ой, не кофта нравится. Нет, это совсем маленькая. А, 122. Слушай, а тут еще и спинка. Смотри, как классно. И подобрать вот будет, да? Да померить. Давай, выберу штаны сейчас саму. Папу понесло. Папа сам предлагает. О, Кирилл не нравится, понятно? Не нравится. А, Кирилл, подожди, пошли мериться. Мы тут набрали. А смотри, говоришь, вот джинсы есть. Серенькие. Ну, по-моему, эти брюки, брючные, это интереснее, да? Пошли. Пойдем, пойдем мериться. Мериться, 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 мериться. Сейчас модно. Повернись, смотри на себя в зеркало. Тебе нравится? Штаны, конечно, они идут шароварами. Одень капюшон, сынок. Тебе какой нравится, Кирилл? Этот или серый? Сейчас серые штаны еще поменьше размером. Пойдем. Хотя вот эти вот голубые, они ему... Ну-ка, повернись, расстегнись, Кирюша. Расстегнись. Они ему прям хорошо в пору. Вот здесь, в поясе, прям они ему удобны. Ну, вот. Прикольно. Это не нравится? Вот он мерит. Хочет яркое. Класс, пап. Как тебе? А? Мне вот не понравились вот эти вот, тоже синие, нет? Вот эти мне больше нравятся. Что, дать второй? А? Мы, как всегда, в каре. Антон прям прямиком сюда идет. В каре. Вы посмотрите, какие он берет. Салатовые. Антоша, к чему салатовые? Вот. Хочет яркое. Он и костюм спортивный смотрел, какой-то желтый, зеленый. Оно же будет сразу грязное, вообще не имеется. Ему все равно. А? Кошмар. Капец. А? Ну, акцент, да. Однозначно акцент, да. Ну, надо взять еще что-то поспокойнее. А смотри, мне вот такие еще нравятся. Не, ну классно, но носки не темные. Что, сын? Мне классно. Тебе нравится? Да. Капец. Ну-ка, тебе нравится, Антон? Папа. Ну, а что, нет размера? Папа. А? Папа, тяни ногу. Ну, 45, да. Да чистый новый, Кирилл. А это я нашла. Вроде бы и ярко, ну и красивенько. Как Антон хотел. Всё. А? Нормально? Ну давай, смотрим еще. Вай-вай-вай, помогите. Мы... Где это мы? Бургер Кинги. Антон теперь выбирает, что он хочет. Ты что-то определенное или просто ищешь? Что ты ищешь, девочка? У нас тут шоу. Пойдем? Да. Главное правило будет в том, что вам нужно Кирюха. Да. Живота противника. Кто первый дотронется, тот победил, конечно же. И у нас будет 3 раунда. Но начинать мы будем не стоя друг другу лицом, а развернувшись спиной, поэтому разворачивайтесь. И как только я скажу 3, вы разворачиваетесь снова и начинаете этот бой. Раз,
два, три, поехали! Папа идет, несет все-таки KFC. Где тут мое? Там сахара точно нет? Нету? У меня просто кофе. Ой, боже мой. А тут что? Сядь, Кирюша. Ой-ой-ой. Ой, какая вкусняшка. Вкусно? Кирилл, не сомневался. Холодная, да? Дай посмотри. А чё вот это два, скажи мне? Ты ошибся и купил две колы? Три? А там не было колы Zero? Я бы попила бы. Это кофе горячее. А это что? Кола. У него тоже кола маленькая. Приятного аппетита, мальчики. А я по кофе. Сегодня я буду на голоде. Ну как? Есть буду только вечером. А, получится 23 часа перерыв. Вот, выпью просто кофе, без ничего. Домой приду, кусочек масла съем. И все. На сегодня, на сейчас. У нас уже, в принципе, практически 2 часа дня. Народу прям вообще очень много. О, очень много, а тут пусто. Девочки, честное слово, 5 минут назад там было забито все. Освобождались места, а то мы вот единственное место нашли. Ты не лопнешь, деточка? Нет? Ну, кушай, кушай. У нее такой бургер больше, чем он. Ну и что, здесь вкуснее, Антош? Вкусный бургер. Держи двумя ручками. Держи, развалится. А, это крылышки KFC. Ой, Антон их любит. А это что? Вкусняшка какая-то? Две, что ли? Булочка какая. Что-то вкусненькое. Ты бургер сначала съешь, потом посмотрим. Ой, слюнки аж бегут. Так, я пью кофе. Юля, кофеёк. Очень любит эти крылышки. Он так давно о них хотел, да, сын? Да, муж? Кирюха, ешь, а не пей. Потихоньку. За вас, девочки. Мы сила, мы это. Мы держимся. Обалдею. Балдеешь, я тоже балдею. Открывай. Классно. Прикольно. Вообще, я его в прошлый раз увидела, мне понравилось. Супер. Вообще будет огонь. Видишь, какая жена тебе заботливая. Ничего не надо побольше. Футболку. Может, надо чуть побольше. А штаны? Шорты, точнее. Классно? Ну, было бы штанами, я понимаю, но... Супер? У меня сломалась моя селфи-палка. Печаль, беда. Кирюшка спит, но сейчас уже будить буду, потому что время 5. Вот, я, девочки, пришла, умылась, не люблю дома быть накрашенная. И так прилегла, думаю, хотя просто полежу. И как меня что-то так рубануло, я вообще обалдела. Но от сегодняшнего дня я прям кайфанула, мы сегодня так классно сходили. Руки что-то потряхиваются, не знаю, что. Короче, сейчас хочу выпить кофе, просто кофе. Кусочек масла. Почему мне, прям реально руки трясутся. Не знаю, что они мне трясутся. Подлетела быстро, потому что услышала, что дверь открывается ключом.
Мама домой заходит. И это. А я запланировала сегодня делать сосиски в тесте. Вот. И подлетела. Думаю, что это я вообще сплю-то вообще непонятно. И вот не могу прям проснуться. Тесто сделала. Надо прям, чтобы оно постояло минут 5. Духовку включила. Я как раз успею выпить кофе. Проснусь окончательно. И буду делать. Вот. Вот такой вот небольшой кусочек масла. И здесь у меня моя соль гималайская. Посолю. Мне так прям зашло что-то. Девочки, прикольный такой вкус. Не могу найти соленое масло. Слышала, что вкусное. В телеграм-канале мне писали. Кстати, если вы не подписаны на мой телеграм-канал, подписывайтесь. Я там часто отправляю свои тарелочки. Все, что у меня происходит, вперед узнают в телеграм-канале. Вот. Так что ваше здоровье и мое тоже. Сейчас сделаю сосиски в тесте, а окорочка замочены. Тоже надо в духовку отправить, поэтому сейчас буду прям быстро сосиски делать, чтобы духовка освободилась. А сегодня еще хочу почистить себе нос. Вот этим наклею. Вот такой, покажу вам потом, не забыть главное. Вот, маску сделать, короче, почистить лицо хочу. И вчера еще хотела сделать маникюр. Но что-то мне вчера прям так... Не хватило меня на это. И не факт, что сегодня хватит. Возможно, я еще похожу в цивильном состоянии маникюр. Поэтому не знаю, успею сегодня, нет. Хватит меня на это или нет. Потому что, чтобы красить заново, надо обрабатывать. Ну, стандартно. Вкусненько. Вот. Так что пью кофе и буду пить. Мама! Я здесь. Мы готовы. А где курточка? Красавчик! А что босиком? Скажи, дед Обнов. Нет, а. Ну покажи, подними футболочку, баба посмотрит. Штаны серые выбрали, классные. Резина. Мама, не короткие? И еще там другие есть. Не короткие? Нет, думаю, потому что больше одевали прям шаровары. Идем, красавчик, смотри. Баба, майка какая крутая. И смотри, что у меня есть. А кто это? Это Зума. Смотри-ка, как оно делается. Хорошее качество. Классно. А вот так делаешь, наряжаешь, потом... Пушка. Нажимай на такую кнопку. Давай. Оп. И улетела. Давай другую иди одевай маечку. Мы тебя ждем. Ну, давай, баба, поиграем. Ой, прости, пожалуйста, рассказывать не буду. Иди. Чё? Ну, прости. Секрет это. Секрет. Все раскрыла. Ой, а кто это? Ой, с ума сойти. Баба, и вот еще. Тапочка. Покажи, да. Да, это не тапочки. Шлёп. Это шлёпанцы, шлёпки, да. Вот эти. Ну, только Кирилл, вот так, не выворачивай только ручку. Ножку вот так вот не делай. Вот так вот нельзя делать, надо ровно ходить. Красивые. Ну, давай еще, подожди. Кирилл, ну, вот так вот, дай, баба, подожди маечку. Баба еще не пощупала. А спинку покажи бабе. Баба, поверни спиной, Кирюш. Пощупала я. Тапочки пощупать? Нет, палец. Палец такой большой. Большой, ну ты же. Ну покажи спиной, поверни спиной, бабе. Чемпион. Иди сюда. Ну снимай. Майку показывай внизу. Что там у тебя? Красивая. Баб, закрой глаза. Глаза закрывай даже? Да, и не поглядывай. Закрывай. Тебе не разрешали еще снимать этот. Открывай. Давай, снимай. Я тебе еще не говорил. Открывай. 1, 2, 3, 4, 5. Классная, да? Ну, вообще. Да. И водить. Повернись передом. Классно? Да. Выбрал, Кирилл. Подожди, одень курточку. Дай куртку, дай. Это не куртка. Вот. Нет, ну, вот. Такая, джинсовка. Олимпийка, типа джинсовка, я не знаю. Что-то и искали такое интересное. Давай, баб. Ну-ка, один еще раз. Нет, иди, баба еще подержит. Что, ты уже все бабе показала? Иди. Подожди, нет. Кирюш. Иди. Это лучше даже олимпийки, чем такая модненькая. Я говорю, я какую увидела. Ну, там была еще вот голубая. Ну, вот эту куртку завтра повезу, чтобы поменять на размер чуть побольше. Вот. И Антошины кроссы. Ярко, конечно. Но не так. Во. Приглушенно. Вот такие вот кроссовки.
одни, вторые синие. Ух, что-то его прям на яркое тянет, но ради бога, мне не жалко. Вот вторые. И в каре было... Третья покупка — это вот эта сумка. Я ее хотела еще в прошлом году. Мне она прям понравилась, вот этот клатч. Так что у меня тоже вот единственная обновочка, которая у меня сегодня была, себя порадовала. Но она попала ко мне бесплатно. Показывай свои тапочки, да. Будем ехать, скажи, в поезде, мне нужны тапочки. Второй-то дай пару, чтобы было видно. Да, такие вот топотульки, Кирюхи, дай бог. Все планы наши, которые мы запланировали, получатся. Вот, ну, классные такие, красивенькие. 32-й, по-моему, 31-й размер, девочки. Ребенку 5 лет. И вот этот костюм Антону, но это все отдельно продается. Добрали в Фандей, прям уже в конце-конце, прям самом последнем, как раз мимо проходили. Говорю, там есть один, пойдем посмотрим. Ему так понравилось, футболка и шорты. Вот, так что прям классно она ему. Накрываем потихоньку на стол. И разбирала сейчас сосиски в тесте. Забыла вам показать. Такое количество у меня получилось. А здесь у меня варится цветная капуста. Хочу пюрешку сегодня я. Время ужина. И вот что будет у меня. Сегодня единственный прием еды. Целый окорочок. Немножко маринованных грибов. Это мамины маринованные без сахара. Поэтому ем смело. Из овощей здесь редиска, огурец. Две дольки помидоры. Два зубчика чеснока, половина авокадо и цветная капуста пюре. В пюре я добавляю немножко масла и сливочного сыра. Вот. У мамы то же самое, только единственное меньше окорочка, потому что сегодня она с собой обед брала. Все. Будем приятно-приятно трапезничать. Вот такое вот средство у меня есть, чтобы почистить нос в баночке. Надо немножко его подогреть. Сейчас этим займусь. Полосочки тут как раз-таки в комплекте. И тут все расписано, как это делать. Умыться, распарить, нанести на нос, наклеить вот эти вот полосочки. Подожди. И ждать 5-10 минут. Оно высыхает, и буду снимать. Так что займусь красотой, мои хорошие. Ну а с вами прощаемся. Пока-пока.